Включил. Так, пошла запись. По-моему, Олег накатил и уехал. Да-да-да, сейчас. Он рядом сигналит. Сейчас мы их это... Записываешь? Ну, конечно. Сейчас мы им поможем. Да включи обратно, вот со стороны даже когда смотришь, пиздец, вот такой вид ни о чем. Со второго лица зайдись. Нормально все. Да включи обратно. Да, чё, слез. Подвези! Парень. Чувак, может до гаража? До гаража. На связи, на связи. Чувак, можешь до гаража? Что это, глупо, давай тогда, сейчас я запрещенный возьму. Наушники, да не, после не, дела. Тебя заглянут еще и меня с тобой, потому что твоя своя мама. Типа да. Так что нафиг пока летать. Типа в одной то, что стоит? Ну давай, типа то, что ты с моей мандой, короче, типа с меня будет. Ну да, пора, скинь мне тогда. Скинь мне пока нибудь временно. Скинь меня временно. Кого скинуть? Кого скинуть? С банды, скинь меня. Сейчас тему замучу, потом если что это напишу. Все, спасибо. Чувак, до гаража довези, спасибо большое. Спасибо, чувак. Спасибо. Чем сам занимаешься? Чё куришь? С ветерком, Сань, смотрю, мы с ветерком. Персонаж у меня курит, я ничего не курю. Ну ты прям это отвлекся. Сука. От своего персонажа ты отвлекся. Ну спасибо. Ой, а нахуй тачку-то хочу взять. Блять, вот это тупанул. Мне нужно было джипон какой-нибудь купить. Придется обратно бежать. Че ты там со своей Юлей, блядь? Какую-то там девку там хотел что-то там писать, типа ее засчитал за шлюху там, что-то там. Че ты за хуйню морозишь? Слушай, ты дорогой, а? Ты сам, бля, понимаешь, что ты несешь, блядь? Ты только что за ней какой-то девчик. Ее считал за шлюху, да? То есть ты ей звонил, ты ее считал за шлюху, да? Ей звонил. А кто ей звонил? Я ей звонил? Я другой. Я Маше вообще звонил, а не какой еще нахуй Маша? Которая не Юля, блядь. При чем тут Юля вообще, Саня? Я тебе говорю, ну, ты... Вот я тебе говорю, нахуй. При чем тут Юля, блядь? Да при чем тут? Вот именно, что... Я тебе вообще про другое говорю. Че ты, блядь, за свою Юлю, нахуй, блядь, базарил? Я тебе говорю, что ты какой-то сейчас тёлке звонил, там, типа шлюха там. Я тебе... О, Тамаха! Я тебе уже Тамаха. Раз 10 сказал, там, что там Тамаха, не шлюхи, Тамаха, нахуй. Девчонки, чувак, купить? Есть тема. Давай. Чувак, давай это, гопник. Хочешь гопник? Без темы. Так, нам нужно что-то такое неподобающее там. Вот. Купим. Где эти пидорасы, блядь? Где они, нахуй? Мусора! Нету их. О, чувак, как этот мерс вообще стоит? Сколько он стоит? Подскажи, пожалуйста.
Я тоже хочу быть таксистом. 12 тысяч он стоит. 12? Мэр, да, это раскраску, да, нужно выбрать такую? А что показано, что ты не вставил? Спасибо большое. Это Дима, ты не в сети. Нет, ты сейчас? А я вышел с вашего клана, это временно, я попросил. Так, Мерседес, 198 или 192, блядь. Где он, блядь, ёбану в рот. Вот теперь найди этот Мерседес, блядь. Саня, ищи Мерседес. Че, вон Мерседес? Нет, это чё, современные тактильки. А, вот он, 190, Так, и теперь такси. Я хочу таксиста сейчас ебало порвать. Типа я таксист, а я не таксист там особо. Сейчас. Схема, это не то. Разноцветный, это тоже не то. Черепаха, тоже не то. Красный линия, сапа, блядь, коррозия. Роспись, блядь. Что-то хуйня какая-то цвета. Может это не тот 190Т. А, вот она, такси, вот она. Сколько он стоит? 12 тысяч. Вот она, солнышко, давай появляйся. Давай, грузись. У вас не хватает наличности, если тебе покупили данной техники. Да ебана, бред, блядь. Бабки нужно снять. Введите вашу карточку, введите ваш логин, там мы логин будет 30 тысяч будет мой логин, нахуй. Кто там, блядь, кто кашляет? Кто тут кашляет? Кто кашляет? Сейчас мы, короче, типа такси, короче, сейчас сами, короче, что мы делаем? Мы, короче, сейчас заедем, купим, короче, наручники. Мешок наручников? Да. Короче, ловим чувака, которого нужно подвезти, ну и далее, ты понял, да, примерно? Так, Мерседес, вот он, такси, купим. Ааа, такси, Мерседес, мазафак, а у меня есть такси, Мерседес. Там почти. Короче, сейчас заеду, флаг захвачу. Затем я нахожу жертву, его сворачиваю, везу его работать на меня. А дальше видно. Ну, на тебя работать не будет, Ну, же машины не будет. А, мусор, да не доебался. Димон, мусор до ваших доебался. Ну, до наших. Почему лимузин стоит? Сейчас я подъеду, сейчас я скажу. Газони, начальник, давай я тебя... Сейчас. Тихо, не спеша. Сейчас. Опа, он арестовал нашего... Газони, начальник, давай я тебя довезу. Гражданин начальник, у меня дети, семья, давай я тебя довезу, а? Ёмно, гражданин начальник, мне денежка нужна. Отойдите там от машины. Гражданин начальник, мне денежка нужна, давай тебе довезу. Гражданин Махамов, вы находите в розыске.
Нет, он не в розыске. Я могу, я могу, я могу сказать. Подождите, полицейский, можно? Я хочу пожить. Максимус это наш. Этот человек по поводу убийства. Мы хотели к вам подойти, мы успели, так как буря была. Мы вот поэтому здесь пришли к Ковали. В общем, давай ситуация такая. Я за предметами. Я за предметами. Сейчас я быстро сгоняю за предметами, нашим сообщить. Да что ты ко мне, блядь, сел нахуй, ёбан. Скажи нашим, что мы за предметами, сейчас этого мента заберем. Двое человек. Да ты гонишь, что ли? Гонишь, что ли? Какой мета заберемся? А что у меня? Димка воражил. Че у меня машина не едет? Какого хуя ты за рулем? Уйди нахуй! Ёбана в рот! Да ты открой машину, блин! Не, не хочу. Иди отсюда. Скажи нашим по каналу группы, что я за предметы. Да ты можешь, Андрюха, сам это все сказать. Да я не могу сказать, я ушел с группы, ёбана в рот. Подожди, Саня, подожди секунду. Сейчас, скажи, это у мента сейчас мы заберем. Да я нихуя не слышу, ты орешь, блядь. Так тебе, сука, и надо. Сейчас я нахуй устрою телегнем этим мусорам. Давай сейчас, сейчас я вот здесь тормозну, вот на больничке. Смотри, как аккуратно. Спирт и больница. Что там написано? Генико, нозе, комо, мео. Мео. Тихо. Так, 1.5 километра. Сейчас надо быстрее, быстрее, быстрее. Потом... Вы, это, Дима, мусора держите. Откликай мусора, чтобы он был рядом с вами. Да я, блядь, нихуя ничего не пойму, блядь, ты орешь, блядь, я не, блядь, я этих, я как могу говорить, блядь, сука, и надо, нахуй, блядь, понимаю, блядь, я нихуя ничего делать не буду, просто буду стоять в сторону, и все, нахуй, потому что ты, блядь, орешь, блядь, все, я нихуя не буду держать. Да как я ору, я тебе спокойно, вот ты сам посмотри, я же спокойно говорю, обычным голосом говорю, держи. Да ты, блядь, все быстро, я нихуя не, нихуя не, да пиздец, да пиздец. Чё тебя, арестовали, что ли? Дима, мусора держите. Сейчас я приеду, я быстро хватаю наручники и еду к вам. Вы его, главное, держите при себе. Ну как я могу сказать, если ты не спишь? Отвлекай его как-то. Как я могу говорить, блядь, ты орёшь, блядь, я нихуя, я не слышу, блядь, что они говорят. Ну ты понял меня, все, дальше твои действия сами. Мы на такси, нахуй. Сейчас мы его в такси посадим, короче. Кого? Мусора, мусора, мусора. Мусора, мусор. Ну, в такси. А ты можешь здесь песню поставить? А, или давай они, я поставлю. Они сами, они с авторки не порвали. Не-не-не-не. Я могу только определенный песен ставить. Не, лучше я поставлю. Да. Я могу просто только ставить те... Не, зимусора захватит. Вот. Я могу только ставить те песни, которые без авторских прав. Я тебе не веду. Ну поставишь ты еще дальше. Я не смогу это видео нахуй на монетизацию поставить. Понимаешь? А ну с авторскими правами будет. Так? Помимо, как этот, задний план. Все, я, Дима, флаг беру. Это что за место? Это бандитская база. Все, я флаг беру здесь. Так, закрываем тачку. Сейчас наручники куплю по бурику. О, что, флаг не будет? Что за хуйня? Нет. Ну-ка, так. Может, так смогут. О, блядь. О, блядь. Забрали его. Забрали его. Кого? Сейчас. Максимус? Отвлекай мента, блядь, не давай.
А что я сделаю, блядь? Пускай берет нахуй. Скажи, скажи начальник там, скажи там, блядь, ну пожалуйста, он мой брат двоюродной сестры через три пизды колена. Рыбалку собирались. На рыбалку собирались. Он просто взял оглушать да рыбу. Да ты, блядь, пиздишь, нихуя не слышно, блядь. Вот, а теперь я пижу. Только что меня сам спросил, теперь я пижу. Нахуй ты до меня спрашивал. Прозак попал в него. Слушай, а что собак? Почему не могу? Пиздец, как, блядь, с вами разговаривать, блядь, орёте, нихуя не слышно, блядь, там, чё они говорят, блядь. Кто не орёт, ты этот, звукоизоляцию поставь на этом. Дима, мы шоп, мы реально, мы говорим спокойным голосом, мы вообще ничего да не орём. Да тут Андрюх орёт, блядь, нихуя не слышно тебя, блядь. Как мы орём, Дима, мы обычным голосом говорим. У тебя что-то... Андрюха, блядь! Андрюха, блядь! Да тихо, блядь! О, ничего, тихо, блядь. Зачем? Как зачем? Ты чё, в наушниках, Дима? Нет, у меня нет, лагает, меня лучше лагает, ты давай за рулем, блядь. Соседись. Так, Саня. Пози. Дима, подъезжай. Да ничего, привыкай. Дима, можете подъехать к этой банде? Я точку здесь поставлю. Ты сейчас её видишь. Точка, короче, 1, 2, 3. Окей, я нажал. Сюда подъедем. А, мы же не в одной банде. Банда, я тебе сейчас скажу так. Тони, банды 2, рядом с Ковалой. Дима, подъедьте сюда. У меня какой-то баг с флагом. Я не могу захватить этот флаг. Андрюха, мы едем, Андрюха, полицейский участок. Опа. Тогда, давай это, кипиш устроим. Я сказал, что он забегу туда. А какой полицейский участок? Ты видишь? У тебя есть GPS? Какой полицейский участок вы едете? Я не знаю, походу в Ковалево. Так, Ковали, да? Сейчас я туда, блядь, сейчас калашников возьму, приеду туда с калашниковым, блядь, устрою там кипиш. Сейчас. Так, сейчас я тогда быстренько за Лексусом еду в гараж. Вот. Ну мы вот сейчас в гараже. Сейчас полицейский участок приедем. Вот, сейчас я быстренько беру там калашников и еду к вам в полицейский участок. Ты главное отвлекай его. Отвлекай его как можно. Ну мы сейчас кокнем, освободим и все. И до свидос. О, блядь. И банду нужно захватить. У меня что-то проблема с флагом. Мне нужна банда. Запрещенные предметы. У меня в Лексусе пропали запрещенные предметы, кроме калашникова. Я хотел сейчас взять в Лексус. Блядь. Фу, блядь, сфоткал. Сука, 3600 штраф. Ёбаный, 3600 штраф. Ладно. Это. Сейчас, короче, это. Вы его отвлекаете. Я беру быстрее калашник. Сразу к вам. Помолись сами. А ты калаш не взял? Сейчас я возьму. Это что сейчас было? Оба, блядь. Нас остановили. Андрюха, тихо. Сейчас. Я за классиком. Эти же остановили, да? Наказать? Сейчас накажем, Саня. Сейчас. Я, короче, классиком возьму, сейчас мы накажем. Андрюха, тихо.
Ч ⁇ жрёшь, сука? Да тихо ты, блядь. Тихо ты, блядь. Вы же рядом с гаражами, да, Дима? Тихо ты, тихо ты. Да, мы не догадаем. Сейчас я подхожу. С калашом. Тихо. Нет, мы не возле гаража. Возле гаража. А где вы? Возле банкомата недалеко. Банкомата недалеко. Ага. Сейчас я тут подойду. Не где, не где вот мы респонимся, а другой. Да, а другой. Где магазин был? А как? Другой банкомат, я не могу понять. Где мы диспонимся в ковале, другой банкомат. А, где больница, что ли? Ёб твою мать, так бы сразу сказали. Нет, нет, на карте, короче. Там сверху видишь, вот эти цифры идет 0.35 и 0.36. Между ними банкомат. Вот где ковала? И вот наверх, короче, идешь и смотришь, там, короче, там банкомат. Вверх ковалы, банкомат. Нету. Мне не показывает. Магазин оружия, администрация зала суда, гараж и пиздец. Продажа техники и все. Нет никаких цифр. Ты вот, скажи, вот, короче, вот, слушай, короче, Андрюха, слушай, Андрюха, тихо. Тихо. Вот видишь, где написано аптека? Больница. Аптека. В Коваль. Да. Да. Аптеки мне здесь не написано. Больница снизу, аптека вот сверху. У меня есть крест. Это церковь. Гараж, церковь, администрация зала суда, магазин с оружием. Где запас? Короче, где? Где? Продажи автотехники, видишь? Вот, ну, вижу. Вот, вот и с левой стороны вот эта вот дорога идет, и вот... И он сверху чуть-чуть... Вот как раз по дороге. Банкомат, видишь? Нет, он не показывает. Ну, я понял примерно. Где церковь, да? Вот я тебе говорю, продажи автотехники, вот, и налево едь, короче, вот. И сразу нас увидишь. Мы сразу за поворотом. Да че ты ехал? Я не пешком. Давай быстрее, блядь, тут пока зима. Вертолет. Как увидите меня, сразу пришли. Ох, ебать, 400 метров до вас. А чё, мы свободны? Мы свободны? Ты, отвлекай. Да, да всё у тебя, ты, блядь, пока он уехал. Как, на чё, на машине? Да, он на машине. Блядь, тихо. Ну, вот, блядь, ты мимо него проехал. Ёбана в рот. А он сейчас в какую сторону уехал? Ко мне, да? В сторону магазина?
Поехали, а ствол возьмем нахуй, завалим там всех, блядь, кентом вытащим. А где он? Где Максимус вообще? В тюрьме? А! Где этот пида? О! Внимание, вот он! Нарушитель, это полиция Алтиса. Немедленно остановите машину, и мы откроем огонь. Нихуя! Что, тебя останавливают? Не-не-не, я ж пешком бегу. На кого-то он. Сейчас-сейчас посмотрю. Я сейчас это он мусора кокну нахуй с его своими модами. Я его сейчас кокну. Его моды Димон, спасут. Димон. Где он? Мне было найти только. Блять, он кого-то тормознул. А где он, блядь? Бегаю тут кругами, блядь. Я возле гаражей. Сейчас Андрюха, короче, вот это. Подожди, куда ты побежал? Сейчас Андрюха, вот этого мета, который сейчас он угробнул. Так где он, блядь? Он возле это магазинов, нахуй, гаражи, я услышал, он кого-то тормознуть хотел. И уехал. Блядь, Дима, не видно. Едет, пидор. Гражданин начальник. Боитесь. Нет никого. Блядь, я с калашником за спиной бегаю, нахуй, нету никого. Охуеть. Я его спрячу в этот рюкзак. Мало ли, там. Так безопаснее будет, блядь, мне кажется, да? Садись, короче, садись, в машину свою, сейчас мы поедем в этот. А он в тюрьме, да? Да, сейчас в тюрьму будешь доставать их. Все, я, короче, в тюрьму туда попер. У меня есть Волга. Я с... Это, или давайте я за вами заеду и на Волге попрем. Я Волгу купил. Не, зачем нам всем полиция, блин? Ну как, вместе подъедем, а там дальше решим, что почем, кто куда. Ты главное туда ехать, ебать, урод, пиздец, дохуя. Ты видел, где тюрьма находится? Дальше тиры. Нет, ура, вот он, в ковале. А, он здесь, а полицейском здесь? А, да, ну, все, да. Базара. Все, понял. Сейчас. Сейчас мы все сделаем. Я думаю, уже... упаковали-то. А, у меня ж такси, ебану. Так, страховку надо ебануть. Чтоб такси не проебать. Че, едешь, нет? Едешь? Конечно, еду. За вами ехать? Не-не, мы туда не, едем. Мы туда едем. В полицейский участок, да? В Коваль. А нет. Мы за оружием за едем. А он в полицейском участке, да, тот чувак? Да. Все, я к нему. Поживай. Саня, только давай накатим на удачу. Сейчас полицейский участок. Чувак, стой аккуратней, мазак! Ёбану, значит, я не сгибался. Да. А чё за Далтон? Так, его пока в тюрьму не отправили, я еду к нему. Я его сейчас вытащу. Так, там сколько мусоров? Спросите у Максимуса, сколько там мусоров. Дима, спроси у Максимуса в групповом канале, сколько там мусоров.
Максимус, ты нас слышишь? Сколько там ментов? Контр сейчас будет. Сколько там, Дима? Я не знаю, он молчит. Максимум сколько там ментов? В полицейском участке. Андрюха, ты там стреляешь, что ли? Нет. Там, говорит, стрельба. Стрельба. Нет. А он, говорит, он обнаружил, а там стрельба, короче, идет. Блядь, что-то зависла игра. Там два мента, там Андрюха. Два мента, Андрюха. Моя игра зависла. Ты а что такое? Что такое? Что такое? Ребят, зачем бегать с оружием? Я просто ходил. Я просто бегал. Вы что, ребят? С оружием бегали? С оружием бегали. Каким оружием? Вы что? Вот что? Таким, которым мы сейчас заберем. Оп, забрали. Кого вы? Видите? Кого вы? Что вы взяли? Я ничего не взял. Что вы спрашиваете? Суки! Ёбаные, сука, клавиши нахуй! Ты мне скажи, друг, почему у меня вообще игра вот зависла? Скажи мне. Какая игра? Я вас не понимаю. Что ты, дурочку? Которую играем, блядь. Тихо ты, блядь. Чё ты дурочку включаешь? Скажи, начальник, скажите, пожалуйста, что вы меня взяли-то? Чё такое? Чё случилось? Сейчас, секундочку, я сейчас приду и вам всё объясню. Нет, ты мне сейчас скажи. Чё это? Вы меня украли, да? Я буду сейчас в милицию жаловаться. Милиция на милицию! Ау! Здесь есть смыв. Я нажимаю на смыв. Да и хуй его знает. Андрюха хотел, короче, спасти его, блядь, его повязали, блядь. Короче, прикинь, такая хуйня произошла. У меня тупо игра зависла. И я хоп, я уже в наручниках, отчухивается игра. Да-да-да. У меня тупо игра зависла, я хоп, я уже в наручниках. Почему, блядь? Вот почему? Видео свидетель. Вот реально, Димка, увидишь, почему? Я хоп, я в наручниках. Так, гражданин. Кто? Ты не мне не гражданин. Я тебя вообще не знаю. Ты представься сначала. Вот другое дело. Покажите мне свой паспорт, да, Джеди Кусик. Гражданин, цель вашего проникновения на участок с вооружением. А где доказательства? Я не видел, что кто-то что-то проникал. Я не видел знак, что вход запрещен. Там у вас есть знак, что вход запрещен? Есть знак, что вход запрещен. Шлагбаум достаточно. Полицейский участок хотел вытащить, короче, максимум его, короче, поймали.
Шлагбаум это не от людей стоит, это от автомобиля стоит. От людей должен плакат висеть вот так вот на весь рост, чтобы люди видели. Вход воспрещен. Не посторонним людям. Городе, с повстанческим вооружением. Какие повстанческие вооружения? Вообще, что, я понять не могу. Вы мне сейчас что-то вешаете, гражданин начальник. Вот стоит машина на дворе. Передайте нам, понятно. Ключи от нее. Гражданин начальник, давайте договоримся. Да. Давай. Гражданин, если вы не передадите ключи, я скрою машину силой. Какие ключи? От машины? Да, от машины, которая у вас на улице. Сейчас, секундочку. А у меня телефон не открывается. Давайте, без лишних движений. Так, брелок. Ручки передадим. Ожидайте, я отхожу. Всё, дал. Да. Отец мой Ленин, а мать Надежда Крупская, а дедом был Калинин Михаил. Да, блядь, тут лагает, как у меня пиздец, мне только сейчас сразу подержит. Вот у меня же хуйня была. Ты прикинь, я забегаю с оружием, вот он мусор стоит. У меня, прикинь, все останавливается, и я хоп, я уже в наручниках. Чё за хуйня сейчас была, я вообще я не понял, нахуй, блядь. Чё за лаги, блядь, тупые, реально, тупые лаги, блядь. Иди. Иди работай, бездельник, ёбаный, чё пришёл? Иди двор подмети, он там грязный, он вижу сзади подругу. Тебя. Он, видишь, сзади тебя, он листва вся это, в плесени покрылась, иди её портрей. Мусор, говорю, блядь, бездельник. Гражданин, вы хотите меня оскорбить? Нет, я тебе как есть говорю, он видишь, он как бы там грязно, а ты бездельник, он там он должен протереть там. Не советую со мной так разговаривать. Да нет, я с тобой нормально разговариваю, тебя ничего не оскорбляю, просто он говорю, он видишь, он там грязно, там нужно протереть. Ну, как я понял, вы изъявили желание это сделать. Кого извините желание? Сделать это, протереть у нас здесь все, помыть. Нет, я тебе как есть говорю, просто вот ты как бы бездельник, соответственно, ты должен там вот там убрать, там протереть. Если ты был бы нормальным человеком, то есть, соответственно, ник был бы нормальный. Если ты бездельник, то ты бездельник. Так согласись, так ведь оно и есть. Ребят, у меня уже все трусы. Ой, куда вы лезете руками? Там же мои яички. Вы что сам-то делаете? Давайте без голубятни. Гражданин, смотрите. У вас было изъято оружие повстанческое. Деси, да, без база. Да, деси, это, да, деси, да. Договоритесь там как. Просто я выйду отсюда, и все. Ты меня все забрал там, я просто уйду отсюда, и все. Нет, гражданин. Вы отправитесь либо в тюрьму, либо за очень большим штрафом. Ждать. Каким большим штрафом? Каким большим штрафом? Слышно, тихо. Отношение повстанческой экипировки оружия. Бля, да подожди ты, блядь! Я одно превышение. Я сейчас посчитаю, сколько все. Да блядь, заткнись ты! Объясню. Ты мне цену скажи, пожалуйста, сначала. Сколько? Нет, тут цену открываю. Ты мне, друг, это, там, цену вбей, чтобы я увидел, а там уже, если что, окей, если нет, то отмена.
тут же светлеет. Может детей пора кормить, сиську им давать. Да сидит. Ждите, ожидайте, если я смотрю. А, ну да, 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 да. Ожидаем. Да. Я люблю вот эти тупые лампочки, вот эти выключатели. Включатели. А можно писать? Так, гражданин, сумма административного составляет 105 тысяч алтийских долларов. Будете оплачивать штраф? Давай стольник, да, 5 секунд, ну, стольник, грубо говоря, округлим. А все на 5, ну сам знаешь, ни туда, ни сюда, давай же стольник округлим. Ну чё ты, стольник, никак, да? Вы имели в виду, что я вышел? Всё, чё я, могу идти, да? А давай, освобождай там. Куда ты, куда? Стой, гражданин. Никто не остался, а, ваш рюкзак. Я вас развожусь, снимите, пожалуйста, ваш рюкзак, да, смотрю. Я не хочу. Ты уже меня штрафанул. Я уже заплатил. Меня штрафанул. Я уже... А, куда мне его кинуть? На землю ложите его. А зачем? Проверка. Проверка. Там нет. Проверка чего? Проверка на вас на наличие нелегального оружия еще в рюкзаке. Снимайте рюкзак и одежду. А есть свидетели, чтобы подтвердить, что... Подтвердить, что... Подтвердить, без свидетелей все это проводить. Давай, давай, куда-нибудь. Давай сюда, чтобы никто ничего не видел. У меня здесь просто это все лично. Да, 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 я да, здесь скину. Коррупция, ребята. Вот это коррупция. Вот, вот. Я это держу, рюкзак. Я вот. Я только при девушке раздеваюсь. Я такой это. Я не любитель припарки. Я не любитель припарки. Понимаете, либо одежда, либо я вас задерживаю, если я вам еще открою. Скажи, ты что, сука, затвор не передернул? Ну ты вот видишь рюкзак, у меня такая же одежда. Точно такая же одежда. Точно такая же. Понимаете, вашу одежду. Да нет. Ну рюкзак мог забрал, сука. Я тебя запомнил, действительно. Ты меня галил, я тебя запомнил. Я бы тебе с локтя дал, но тут предлагаю. Нельзя, не положено. Да пусто, пусто. Чё ты так шаришь там, высматриваешь, как это, блядь, тебе нюхать. Точно, я тебя, Деси, ты будешь нюхать. Нюхать, что это за фон? Скинь бабки уже, блядь. Эй, нет, да вот давай мне, короче, 20 тысяч, все, я пойду голышом. Гражданин, оденьтесь, пожалуйста. Нет, я пойду голышом, давай мне 20 тысяч, я новую одежду куплю. Вы вон можете подобрать вашу старую одежду. У меня баг, я ее не могу поднять. Вы попробуйте еще раз. Вот, ну вот смотри, вот я подхожу, вот он, все, она не поднимается. А вы отсюда попробуйте. От первого лица. От первого лица. Я так кликаю на нее. Гражданин, вот моего места, там где я стою, здесь попробуйте подобрать, она легко подбирается. И рюкзак можно? Рюкзак, и пожалуйста, рюкзак. Можно? Рюкзак. Я ваш рюкзак не трогал. Как не трогал? Уже здесь лежал.
Как вы видели, чтоб я отходил или что? И куда он делся? В текстуру ушел? Не, я не уйду, пока вы не уйдете. Не, за 5000 не вернете. Я валил уже оттуда нахуй. Не. Вот ты сам меня попросил снять его рюкзак вот за 5000, да, вот этот рюкзак? Я не уйду, пока он здесь не появится. Вот он здесь лежал. Ты сам видишь, я без рюкзака. Вот пока он здесь не появится, никуда не уйду. Или давай мне 5000, я покупаю новый рюкзак. А хули спели, чего украть? Че ты? Не, ну ты сам видел, я его положил, ты его проверил, да? У меня рюкзака нет, соответственно, он здесь лежит, да? Да? Я даже ай нажимаю его нигде не купил. Давай, Вера. Короче, мне здесь вот рюкзак ложи новый или чужой, ну пофигу какой, главное за 5000 вот этот тот же самый, короче, сюда ложи рюкзак, я его забираю и я ухожу. Все, я тебе заплатил штраф. В чем проблемы могут быть? Это уже, извини меня, вина ваша. Блять, забрал меня. Куда ты тащит меня? Что происходит? Я вообще поеду. Что ты делаешь вообще? Что ты меня выпинываешь? Рюкзак не покупает. А у меня рюкзак. Я не люблю, когда мне дуло смотрит в бок. Оно неприятно такое. Вот ваша машина. Все в свободе. Спасибо большое. Спасибо большое. Сейчас покину обязательно. Несчастливое место. Даже черная кошка не оббежит дорогу здесь. Может, мне рюкзак вернул? Он мне, сука, рюкзак не... Не, нихуя, я выхожу. Вы мне рюкзак не вернули. Я вам дал 5000 долларов. А, вы дали? Все, без базара, все, ухожу. Он мне дал бабками. Сука, блядь, животное. А к какой стороне выход, не подскажете? Влево, вправо. А вот вижу вправо. Мне, сука, пошел, мне бабки перевел. Вот так-то вот, блядь, Дима. Вот они, сука, мусора. Их можно уговорить. Такси, такси, кого отвезти? Такси, такси, кого, брат, отвезти?
Он мне, сука, пошел рюкзак, это банк перекинул за рюкзак, блядь, это пиздец. Дима, ты тут? Он, наверное, уже не тут. Он уже на телефон. Ладно, пофиг. Что там пишут, Сань? Чувак, ты что, тачку взломал? Тут чувак тачку ломает. Чувак, тачку ломает. Садись в такси, довезу за 1000. Чувак, взломщик, ёбаный в рот, садись за штуку, довезу. Вы не замечали, где машина была? Ломали. Не, он не видел, он мой клиент. Да не, мы только что, по-моему, где-то с ним. Он мой клиент, он не видел. Он только что хотел ко мне сесть. Ты же не ломал, да? Я видел, там вообще другой чувак был. Где он? Да не, сам с ним назад услышал, подбежал, думал, такси ломает. Где он? Где он? Мне он нужен. Он мой клиент. Чувак, ты где там с отмычками? Ты мой клиент. Гражданин начальник, тут чувак, короче, тачку ломал. Он мой клиент, вы его не видели? Он мне денег должен. Я его отвез сюда, он мне 5000 должен. Меня вынудили. Чувак, гражданин начальник, тут чувак катался, тачку ломал, он мне денег должен. Я его сюда привез, он мне денег должен. Он мне 5000 должен. Да никто тебе ничего не должен, его только подняли. Кто? Кто? Да нет, ты что, один чувак? Ты что тут это? У меня чувак попросил после полицейского участка привезти его к повалу, я его привез, он мне 5000 должен. Возле полицейского участка я попросил, чувак, привези сюда, мне нужен бабки, 5000 мелов. Товарищ Пайзик, можете немножко сейчас, подождите минуту. Деси ты этот. Деси, ты что, меня преследуешь, да? Не, у меня ушами все хорошо, у вас сейчас плохо слышно. Плохо слышно. Гражданин, лорд, лорд. Он где-то стоит. Опять этот десит, который меня арестовал, он, сука, здесь, уже здесь, блядь. Он меня, сука, преследует. Сейчас проверим, что там на связи. Не это. Да, похуй нахуй. Так, идем в тайник банды. Надо захватить флаг. Все-таки. И забрать чью-то тачку. Такси, 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 такси. Брат, такси нужно, брат. Садись, брат, такси подвезу. Секундочку,
500 рублей, 500 рублей до гаража. Садись, тебе гараж нужно? 500 рублей. Такси, брат, такси, 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 бери, брат, такси. Гражданин, вы скорость превысили, вы будете на графике. Да садись, брат, чё ты прыгаешь тут возле забора? Садись, подвезу тебя бесплатно даже. Чё ты убежал? Подумаешь, наручники надену, там мешок и так далее. Ты не так говорил. Сейчас отвлекутся. Примет так сказал, так и они сейчас отвлекутся, это же люди, ну, вы слышали, они сейчас отвлекутся. Все, едем. Тихо, не спешим. Скорости мер стоит. Сейчас мы вот здесь встанем, сейчас я подписываю. Саня, наливай давай. Лита, блядь. Где нахуй? Как Гена, блядь? У тебя вид, что... Гена! Гена, ты Гена! Ну, Гена, блядь, это уже другой что. Слышал грузовик только что. Че, давай бахнем? Бахнем. Че, давай, короче, наручники берем. Сейчас к кафетке подъезжаем. Хватаем первого попавшегося. Садим его в машину и уезжаем. Как тебе такой расклад? Я не знаю. Спасибо. Слушай, налей. Я игру, а не на, блядь. Я это. Ну ты понял. Занято. Чё это? Темно, что ли, на улице? Ох, ебать, смотри, как рядом. Смотри. Чё-нибудь увидишь вот с первого лица? Вот это все же. Так, нам что нужно? Нам нужно сейчас подъехать. Блять, надеюсь, сейчас флаг после вот этого пидора, нахуй, кто мне 100 тысяч с меня сварганил. Сейчас я так все прокатит. Сейчас смогу взять этот ебаный флаг. Если нет, то придется ехать и следующий флаг. Обосраться надо, блядь, чтобы флаг создать. Вот, не говори. Блядь, машина стала. Надо это. Если сейчас не получится, сейчас знаешь, как сделал? Как? Зайдем в город и скажем. Куплю, запрещен. Запрещенные предметы куплю. Ого. Мне уже хватает. Все, кондиция. Кондишн. Че там курил? Чего? Позвать хотел. Да они, сука, что одна, что вторая съехали. Я говорю, сука, я вам поэтому и не звоню. Они все жалуются, что я не звоню.
через два, что ли? Они симпотные, пиздец. И пообщаться как бы есть о чем. Не то, что вот в натуре малолетки тупорылые, а вот, блядь, прям есть в натуре о чем пообщаться. А что с ними? Даже охота не их не ебать, а вот чисто пообщаться с ними. Ну а что с ними общаться вообще? Сам подумай, да. Вот о чем с ними общаться? О чем? Ну, ты же поймешь, что вырастешь, поймешь. Ну а что с ними общаться, вырастешь, понял. А что с ними общаться? О чем? А Army 3, вот, Astilife, вот об этом буду вам сейчас. Блять. Где они эта банда сейчас? Так, они здесь вообще? ХП. Волк. Волк вот здесь. Волк вот здесь. Так, надо с этим. Телефон Волка. Перебой, пожалуйста. Вот твои 5-1 бы потащили, бля, это дискать. 5-1, я еще чувствовал, бля, нахуй, бля, общайся с Юлей, ты же с Юлей общаешься. 4 колонки? Ты же с Юлей общайся, общайся с Юлей, я понял, ты что на меня хуй забил, нахуй, бля, тут запись идет, все свидетели. Он нахуй случил своей темой занят. Заряжу, ну, поебать, нахуй, на дружину, на игру, друзей, нахуй, бля, он со своей темой занят, нахуй, бля, там тёлка общается. Да ладно, ты на свои, бля, отыграть свою систему. Ты что, все проебал, что ли? Даже систему? Нет, мне систему должны сейчас. Что за система? Клап? Как у меня? Нет. Помощнее? Да. Побольше? У меня 4 столба, нахуй, пищалка столба? И сапа. Да, 4 столба, пищалка ты и сапа. Давай скажи, давай ты вот эти вот заберешь, нахуй, и 4 столба возьмешь. Нет. О, ты что, вот эти заберешь? Схуяли, блядь, он будет забирать, он мне так, просто так должен, нахуй. А, ну как, давай, это давай. Как минимум он мне должен, нахуй. Минимум. Так ты скажи, давай ты мне, короче, сейчас, он тебе должен, да? Скажи, ты не отдай вот эти вот столбы, короче, возьми пока все время вот эти металлабовские мои. Это моя система, я в Новосибе когда был, я ему ее, короче, за этот продал. Я уехать не мог. Я, короче, говорю, мамке, ну, говорю, продай ему, короче, систему. То за 12 штук ее купил. Он мне бабки отослал, все, я приехал. А потом мы, короче, вместе работали. Ты это, что там, Павлик, это по поводу зеленый? Да слушай, мы, короче, вместе работали, нахуй. С людьми. Роман. Я говорю, там? И что там, что нормально там все? Что там Роман? Какой? Зеленый. Какой? Зеленый. Какой зеленый сразу дружище? Что бы что-то хотел позвать там? С косяком? А, да он говорит, бля, нету ничего. Вообще ничего нету? Сейчас нету. Только специально нету. Да по-любому есть у него. У него по-любому. Мне бы он сказал о себе, если это он своим кентам говорит, нету, нахуй, а мне говорит, есть. Я тебе отвечаю. Да, он. Да он нахуй такой может. Они меня не наебывают. Бля, что-то чувак не отвечает мне. Ну ладно, кстати, торможу стрим.
Продолжим, как у меня ответить.